Интересно, может, да, такая штука получится. Вы делаете вот так, раз, ногу меняете, и по амплитуде, ну, коленка здесь мне не дает возможности это сделать. То есть пошла смена, и потом другая нога уже назад идет. Меняет на 45, да? Да, то есть раз, обращение же идет, я просто меняю ногу, и это довращает. Да, так, сделали. И еще чуть-чуть. Получается раз, попробуй, два, четыре. Интересная штука. Поехали. Цирк. Ты, вот один, а ты поближе. На корчик сели. Вот смотри. На корчик сели. Ножку вытянули. Надо правой ногой подвести под левую ногу, сделать оборот. А левой ногой подпрыгнет над правой ногой. Смотрите, поэтапно подвели. Перепрыгнули сейчас левой ногой с упором на руки. Да. Перепрыгнули, а теперь спокойно круг закончили. Подвели, перепрыгнули, круг закончили. Перепрыгнули, круг закончили. Если вы будете держать спину прямо, у вас будет и нога вытянутая. Если быть согнутым, то получится вот это действие. Если выпрямитесь, раз на одной ноге, 8 раз на другой. Исполнение делается вращение вовнутрь, потому что можно делать еще вращение и оп, наружу. Поехали. На одну и на другой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, оп, восемь. Так, ну допустим, хорошо. И получается... Не, на левую плохо. Да? Это ноги. Встаем, вот-вот. Вот-вот мы уже встали. Ногу правую подняли. Держим. Ручки вверх. А теперь закрыть глаза. Оп, понеслась, да? Закрыть глаза. Некий навык вести себя в темноте и в очень неудобных условиях. Поменяли ногу. Сначала с открытыми глазами. Поставили ножку. Отцентровали. Закрыли глаза. Так, хорошо. Это все домашнее задание. Надо понимать, да, что это не тратишь на это время. Так, разогрелись? Немножко разогрелись. Царь горы, будем играть? Да. А? Будем играть? Ну хорошо, сыграем. Царь горы. Мат снимаем. Мат снимаем. Мат снимаем. Играем? Да. На ледяной. Так. Выравниваем. Нет. Давай, подожди. Вот эти вокруг. Ну давай. Пока снимем. Все, начинаем выкладывать щиты. Да, ровненько. Я думаю, вообще все играют. Да? Давай, там прям ровненько. Ровненько, ровненько, да. Выкладываем. Мы даже для этих целей, чем хорош мат. Сейчас мы в постели. Женя, помогай. Да, все. Да, все. Практически только вокруг еще остается заложить. Вы по много не берите. Левую,